Внимание! Главная звезда планеты Димаш Кудайберген станет первым артистом из Казахстана, чей клип покажут на MTV USA с песней на казахском языке. Все подробности в этом выпуске. Привет, друзья и гости канала «Алга Петербург». Я Саша Карельский. Вы смотрите улетные новости. Простите. Экспресс-новости. На официальном портале новостей о Димаше dimashnews.com появилась ошеломительная новость. Клип Димаша на казахском языке покажут по MTV в Америке. Таким образом, Димаш станет первым артистом из Казахстана, который будет транслировать национальную культуру в американские массы. На легендарном канале MTV. Окно на восток, так сказать. Алга, Димаш. Если вы живете в Америке, видео можно будет посмотреть прямиком на телеканале MTV USA. А для всего остального прогрессивного человечества оставлю ссылку на официальный YouTube-канал MTV. Там и встретимся. Что же по этому поводу думает сам народный артист мира? Я хочу от всей души поблагодарить поклонников моего творчества по всему миру за то, что помогли сделать это возможным. Благодаря неоценимой поддержке моих dears не только в Казахстане, но и со всех уголков мира одна из моих детских грез воплотилась в жизнь. Я очень рад, и моя благодарность к вам безгранична. Прокомментировал Димаш Кудайберген. В источнике указано, что видео будет опубликовано в эту пятницу. Время, как вы видите, самое что ни на есть удачное. Это пятничный вечерний прайм-тайм в Америке, в течение которого американский MTV набирает самое большое количество просмотров по стране. Предлагаю поддержать Димаша. Для этого необходимо подписаться на официальный канал MTV и написать, как сильно вы обожаете своего кумира. А пока мы ждем пятницу, предлагаю потренироваться. Напиши в комментариях, какой клип Димаша впервые покажут по MTV USA. Алга, Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.